28 сентября в Униксе прошла акция в поддержку Казани в конкурсе за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей. Студентам КФУ рассказали о том, как можно проголосовать за любимый город на сайте Центробанка «Твоя Россия РФ». Многие ребята уже отдали свой голос за столицу Татарстана и теперь поддерживают Казань участием во флешмобах и фотографиями в социальных сетях. Студенты гордятся своим городом и желают ему победы в конкурсе. Я много путешествую по городам, и мне было бы приятно расплачиваться купюрой, на которой изображен мой родной город. Голосование продлится до 7 октября, а пока казанцы проводят мероприятия в поддержку города. Студенты КФУ не остались в стороне и провели свой флешмоб в концертном зале Уникса. Не упусти свой шанс проголосовать за Казань. Елена Селезнева, Руслан Уразаев, Универньюз.